Здравствуйте, меня зовут Федор Красюк. Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня наш урок будет посвящен элементам под названием топорик и гробик. Первое исполнение этих элементов будут даваться вам с трудом, поскольку вам будет просто страшно. Итак, как же избавиться от самого страха? Первый шаг, который вам следует сделать, это обзавестись надежным помощником, который будет вашим ангелом-хранителем при исполнении этих элементов. К счастью, у меня такой уже есть. Так, завести помощника, который не будет понимать, что ему не платят за работу, есть. Начинайте исполнять элемент на турнике сравнительно невысоком, во избежание травм при неудачных исполнениях этого элемента. Это могут быть своего рода различные падения и падения. Лично я учился исполнять этот элемент в помещении с мягким покрытием. Но поскольку мы с вами находимся на улице, где покрытие чуть-чуть не мягкое, даже очень чуть-чуть не мягкое, вашим верным помощником будет ваш товарищ. Итак, перейдем изначально непосредственно к исполнению гробика. Гробик исполняется с раскачки, и впоследствии в нужной точке вы опускаете ноги и приземляетесь удачно. То есть небольшая раскачка, и то раз, и вы приземляетесь на землю. Несмотря на всю легкость исполнения начальной раскачки, все равно возникает ряд ошибок, и сейчас я покажу самую распространенную. То есть, ну как обычно, человек повисает на турнике, но вместо амплитудной раскачки, то есть вы берете мах резкий, делаете вот таким образом. То есть ваше тело должно достичь практически горизонтальной с турником. Возникает, скорее всего, обратное. То есть человек начинает вот так как-то махать телом своим. В результате никакой раскачки. И в ненужный момент, опустив ноги, он просто может оказаться здесь, на сырой и грязной земле. Как было сказано несколько ранее, ваше тело должно выйти практически на одну горизонталь с турником. Таким образом, при отпускании ног вас четко приземлит на землю. А сейчас мы приступаем к изучению топорика. Чем же он отличается от гробика? Дело в том, что топорик не несет никакой раскачки. Вы можете его исполнять с любого абсолютно положения. Главное, чтобы вы приземлились на ноги на землю целым и невредимым. Существует также усовершенствование топорика. Это выполнение его с разворотом на различное количество градусов, вплоть до 540. Так он будет называться, топорик с перехватом. Гробик и топорик не будут у вас вызывать никаких затруднений после того, как вы избавитесь от страха и просто будете их ежедневно тренировать. А пока тренируйтесь, качайтесь, подписывайтесь на новые видео. С вами был Федор Красюк, пока!